Привет, ребята, это Роман, я хотел вам сказать интересную информацию рассказать. Я выводил проект 10 часов 8К, 24 кадра в секунду. Я снимал на Урса 12К, но я снимал 8К, бюро в кодек, мы делали коррекцию в премьере, снимал цветы в студии, заказал красивый букет дорогой и снимал в студии slow motion, то есть как бы красивые макросъемки цветов, цветы. И была проблема у меня вывода этого проекта, но с помощью Mac M1 Pro, последний компьютер, сейчас мы даже можем характеристику посмотреть. Дорогой компьютер, так, что тут у нас? Apple M1, 32 гиг, Apple M1 Max, это, ну, сейчас мощный лаптоп от Mac, от Apple компании на 2021 год. 2022 год, вот. И мы выводили проект. Я просто хочу поделиться информацией, что я не мог в кодеке H265 вывести, так как имел проблемы с тем, что энкодер показывал очень долгое время, 500 часов. И я решил, ну, обновить после всего, обновить систему, обновить Premiere и вывести в ProRes 422. Почему я ранее не хотел ProRes 422 вывести? Потому что большой файл, представьте себе, 10 часов, 8К, 24 кадра в секунду. И действительно файл получился, вот сейчас вы удивитесь, 10 часов, 8 терабайт. То есть 8 терабайт файл. Вот. Но так как кодек H265 слишком долго выводил, пришлось купить большой харддрайв и просто, ну, вывести такой файл. ProRes 422. Сейчас я опять его импортирую в Premiere. Надеюсь, он такой большой импортируется. И выведу тогда уже с него же кодек H2. Ну, как бы с него же выведу кодек H265, так как будет меньше файл, размер сайза, чтобы я залил на YouTube. Потому что YouTube не примет 8 терабайт. Вот. И вот такой метод был у меня работы с бюров Урса 8, Урса 12К, но снимал 8К 120 кадров. Где-то снял, не знаю, на 2,5 часа, но потом мы перевели, может, на 3 часа, потом перевели в 24 кадра, и получилось 10 часов, потому что это в slow motion. Вот. Так что подписывайтесь на наш канал. Мы выставим это видео скоро на нашем канале, поставим линк в описании, что за канал, чтобы посмотреть это красивое видео, которое я снимал год назад, цветы в студии. Заказал красивый букет и снимал макросъемку. Цветов в студии поставил вентилятор, поставил свет, чтобы вентилятор как будто ветер продувает, чтобы было какое-то движение, а то бы было просто статично. То есть зачем статично снимать? Тогда может фотку лучше сделать. Зачем снимать статично? Вот, пришлось ставить вентилятор, чтобы было как будто ветер, знаешь, продуваете, знаете, и брызгал цветы, брызгал как такой, чтобы было как бы капельки. Снимал разными линзами, также линза здесь была Tamron Macro линза новая 90 мм, 70-200 f2.8 Canon, вторая версия. Что еще? Ну, Takina была... Такина была, о, не Такина, а это как его, Sigma 18-35 f1.8 Sharp линза. Ну вот, получился такой интересный проект. Вот. Спасибо за внимание, ребята, всем пока.